Сезон дорожных работ в самом разгаре. Участок проспекта Текстильщиков от кольца Шубиных до улицы Куконковых – один из самых масштабных проектов этого года. Это достаточно насыщенная у нас транспортная артерия городская. Площадь, говорю, у него большая, и не первый год у нас были с ним проблемы. Мы уже пришли к выводу, что просто текущим содержанием, поддержанием в необходимом состоянии мы не можем обойтись. Требовался давно уже достаточно, второй год здесь основательный ремонт. Вот мы очень рады, что смогли в этом году этому участку уделить внимание. Протяженность участка 910 метров, стоимость 22,5 миллиона рублей. На сегодняшний день рабочие уже сняли старое покрытие. Сейчас укладывают нижний выравнивающий слой асфальта. Постепенно меняют старый бордюрный камень. При этом стараются не создавать неудобств для автомобилистов. Движение не стопорим. Не ограничиваем, все проезжают спокойно, свободно, без всяких проблем. Вы можете увидеть, потому что пробок нет. В данный момент идет укладка асфальтобетона. Люди не стоят в пробках часами, ничего не перекрываем. Ширины проезжей части хватает. Мы занимаем половину оставляем для проезда, поэтому люди не жалуются. Стараемся ускорить работы, чтобы не было затяжки. Люди быстрее могли увидеть результат. Планы управления благоустройства на этот год самые амбициозные. Дорожного ремонта уже дождались многие городские улицы. Выполнены работы участками на загородном шоссе, на шоссе энергетиков. Сделаны работы на Митрофановском направлении, то есть улица Новгородская и улица Митрофановская. Также еще выполнены работы по организации общегородской территории дорожной сети около кинотеатра «Лоц». Дорожная техника также в скором времени появится на Вележской улице, отремонтируют отрезок от Лежневской до Ташкентской. Участки свежего асфальта появятся на улицах Шувандиной, Косарева и Мархлевского. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.